Друзья, всем привет! Сегодня поговорим про психосоматику, психосоматическое заболевание плеч. Что такое психосоматика? Это влияние психофакторов на физическое тело, на орган, либо на часть тела. Это могут быть страхи, обиды, невысказанные эмоции. То есть мы гасим в себе эмоции, где нам нужно сказать что-то, высказаться, мы в себе гасим, особенно если негативные эмоции. Это накапливается, накапливается, накапливается и бьет по определенному участку на нашем теле. Честно сказать, психосоматика очень серьезная наука, и я часто сталкиваюсь с психосоматическими заболеваниями. Ко мне обращаются люди, ну, процентов 60-65 с психосоматическими заболеваниями. То есть смотришь их физическое состояние, тело в порядке, но вот беспокоит, там болит, там болит, там болит. И вот потихонечку их готовишь к психоанализу, интересуешься потихонечку, как в семье дела, как с родителями, как на работе. И складывается план. И создается план по устранению этого психоблока. И на физическом уровне человек исцеляется. Поэтому недовысказанные эмоции, негативные, они очень влияют на наше физическое тело. То есть это все копится, копится, копится и бьет в определенную часть. Будь это орган, либо часть тела. Ну, вот приведу, так как у нас сегодня разбор будет по психосоматике плеч, приведу пример. Молодой парень, болят плечи, причем сначала одно, потом другое. Начинаем разбирать, то есть смотрим МРТ шейного отдела, МРТ плечевого сустава, все в порядке вообще, все чистенько, хорошо, все мобильно, все стабильно, спортивный парень. С родителями как дела? А дела так обстоят. Он в семье самый старший ребенок. То есть у него не было детства. Мама его просила помочь там, помочь здесь. То есть он ухаживал за младшими братьями и сестрами. То есть взваливали на него груз ответственности. Ну, это нормально, надо помогать родителям, надо. Далее что пошло? Жена. У него несколько детей, и жена на него вешала груз. В семейных отношениях, в семейных обязательствах, финансовых. И все грузит, грузит, грузит его. А он так воспитан, он привык, он не может отказать. Ему надо помогать. У него уже заложен план, программа заложена, что надо помогать. И все это грузит, грузит его плечи. Что далее? Далее работа. Помимо его специальности, помимо того, чем он должен заниматься, на него еще нагружают, нагружают. Видит такой добрый парень, душевный. Нужно вот подгрузить его. А он принимает, он не знает, как отказать. Его так воспитали. У него заложена программа. И там грузят, и плечики у него нагружаются, оседают, оседают. Благо то, что по генетике на физическом уровне он очень крепкий. Поэтому пока только плечи. И, то есть, раскрывается этот план, все, составляется программа. И что означает вообще плечи на психосоматическом уровне? Вот я сейчас прочитаю из лекции, я обучаюсь у разных специалистов по психосоматике, по психологии. И вот плечи – это перенесение груза, взваливание чужих проблем. То есть, на него взваливает чужие обязанности, что касаемо работы. Его перегружают. Он бедненький летает, все делает, там все исполняет, а на физическом плане он страдает. И вот я даю аффирмацию, то есть фокусировку, которую нужно произносить абсолютно всем, неважно, болят у вас плечи или нет. Лучше всего ее делать перед зеркалом, и на подсознательном уровне она откладывается, исцеляет психоплан, а далее и физический уровень. Да, все так просто. И что нужно проговаривать? Отныне весь мой жизненный опыт будет радостным и приятным. Вот эту аффирмацию, вот эту фокусировку нужно произносить обязательно. Лучше всего перед зеркалом смотреть себе в глаза искренне, с поддержкой и произносить можно несколько раз в день. И изменится психоплан, и пойдут улучшения на физическом уровне. Это действительно так. А лучше в сочетании, как я делаю,
телесные практики, и плюс добавляю, если человек готов, если он принимает это осознанно, и я ему даю психопрактики, он выполняет, и это ускоряет исцеление. То есть намного быстрее, чем на одном физическом уровне, если лечиться. Я надеюсь, дал понятное описание психосоматики болезни плеч. Если есть какие-то вопросы, вы задавайте их, пишите в директ, в комментарии. Рад всегда пообщаться, рад ответить. Всего вам доброго!